Всем привет, говорит показывает Москва, с вами Андрей. Сегодня у нас очередное видео ремонта. Вот мне коллега принес на восстановление такого хищника, соколиста, или Falconer, Predator. 2009 года выпуска, переиздание, как мы видим. Вот, но несмотря на это, здесь такой же паршивый пластик используется, как в первой версии. Белые кольца вот такие, да. Хрупкий. И вот классическая поломка хищника 10-го года. Сломался пин-кольцо, и все. Соответственно, какой у меня план ремонта? Сначала попробовать восстановить этот сустав. Если не получится, попробовать сделать копию этого сустава. Никогда еще не доставал этот сустав с коленки. Вот, сам я был хорошо предупрежден об этой проблеме 10-го года у хищников. Поэтому всегда супер круто разогреваю свои фигурки. Здесь, значит, план какой? Здесь сверлим, ввинчиваем саморезик маленький и пытаемся достать пин. После этого достаем кольцо, если все проходит успешно, сажаем на пин в виде скрепки эти детальки и склеиваем. Посмотрим, что получится. Окей, игрушка не моя, на камеру сверлить винтить не буду, просто по факту буду показывать, что получилось. Итак, что произошло? Взялся за эту фигурку, вот за эту ногу, пытался вытащить здесь пин. И, соответственно, отвалилась вторая нога. Отвалилась еще хуже, то есть прям заподлицо там был обрубочек вот этот вот пина, который фактически после излечения превратился в такую труху. Вот, поэтому изначально как я планировал сделать ремонт? Достаем вот этот пин отломанный, да, сверление, и вкручиваем винтик. Ну вот я набор винтов купил, такие классные винтики. Там разные длины, в зависимости от ситуации, там можно использовать вот такой наборчик. Вот. Хотел сделать вот так. Но в данном случае не получилось. Я здесь просто этот винт вогнал и залил фотополимерчик под толщину. Если сейчас будет люфтить, потому что при извлечении там пришлось нормально так развальцевать это отверстие, может быть, надо будет потолще его сделать. Ну, вот сейчас попробую собрать и вернусь. Ну, вот такой результат у меня получился. В принципе, держится все. Есть артикуляция. Здесь немного более свободно ходит. Только потому, что гнездо фактически разворошено, развальцовано очень сильно. Но, тем не менее, в принципе, позу держит. Вот. Ну, конечно, проподвижнее колено. А это, в принципе, жестко. Там, где пин сохранился. Вот. Но ничего не выпадает, естественно. Вот. Нормально стоит. Сейчас мы выставим. Так. Вот, как видите. Вот. Но все равно для фигурок Нека нужно использовать подставки. Что еще хочу сказать. Была идея вытащить, ну, вот эти кольца сами, с пинами, склеить и попробовать сделать копию сустава по моей новой технологии с железным пином. Но, к сожалению, здесь точно так же Нека, ранее Нека делала, как вот с чужим мантисом. Это у нас литой неразборный сустав. Это значит, что они опускали кольцо в некую форму и заливали вот этим материалом. То есть здесь разобрать нельзя, пинов нет. Там проходит пин как бы из резины, да, вот этого же материала. И чтобы извлечь кольцо, нужно разрезать. А если разрезать, то скорее всего уже будет разъезжаться. Здесь надо будет тогда сверлить по бокам. Как бы супер надежно делать. В данном случае, мне кажется, это более правильное решение в таком виде. Внешние стенки как бы более не повреждены, внешний вид не утрачен. Там совершенно не видно, что был ремонт, как вы видите. Вот. Такие вот дела. Поэтому очень аккуратно с этими фигурками. Вот буквально ремонтировал одну ногу, а в руке разлетелась вторая. Я ее не гнул даже. Всем спасибо за просмотр, всем пока.